должны прерывать этот стрик поражений от команды Fnatic, да, на разных турнирах, то это необходимо делать именно сегодня, потому что сегодня самое благоприятное для этого условие. Слово Dust 2, мы уже играли на этом турнире очень хорошо против команды из Дании, они тоже выиграли, это была первая карта, и тогда 16-4 выиграли, мы все сидели в шоке, как так, как они так легко с ним разыгрались. После этого там судья аналитики говорили, все, слушайте, весла, это победа, Na'Vi, а они потом еще оверпасс отдали. Там Na'Vi показали очень крутую атаку на Dust 2, я там подмечал, да, что они хоть вроде и однообразно, да, это казалось со стороны, что они просто приходят на А, разваливают его, да, и берут свои раунды. Но на самом деле это было более сложно, то есть они там следовали его очень разумно, они прощупывали в самом начале, как их соперник играет и держит за защиту. И только потом начали вот таким вот образом правильно именно играть. То есть сегодня, я уверен, они будут показывать такую же игру. Единственное, что вот разница между командой из Дании и командой Fnatic в стиле обороны на Dust 2. Fnatic команда более агрессивная. Будем очень часто видеть Джиги, который будет поджимать все возможные точки. Ни один игрок question mark такого делать не мог. Поэтому сейчас Na'Vi нужно будет заново подстраиваться. Они не смогут играть по тем же маршрутам, что играли против команды из Дании. Я думаю, что это будет совсем другая игра. Но я думаю, что все-таки очень много работы от Fnatic будет и по Guardian, и мы увидим большое количество различных дымов и флешек по этому парню. Все-таки босс очень крутый. Я уверен, что шведы уделят ему отдельное внимание на карте The Dust 2, и это все дело поговорили. Точно так же Na'Vi, конечно, не забывают про Дживи, про Олаф Мейсера, про все ключевые позиции. Но, ребят, настало время, наверное, передать время в зал, на сцену, посмотреть, что же там происходит. Время передать время в зал. Ждет команды, ждет выход. Поехали. Или просто. Каждая игра сопровождается напряжением и игроков, и зрителей в том числе. Вы уже много раз слышали, до какой степени здесь классная публика. И это так. Лучшая публика. Минск Арена! Через несколько минут на этой сцене появятся две команды. Каждая из них, несомненно, достойна победы. Каждая из них располагается на разных строчках мирового рейтинга. Но что самое главное и интересное,
Одна из них считается первой и лучшей в мире, вторая немного не дотягивает, но сам факт. Сейчас вы будете смотреть игры лучших из лучших. И первыми на эту сцену мы приглашаем команду «Флотик». Лучших команд мира перед вами. Вы сами в интервью слышали их отзывы. Я предлагаю еще раз как можно теплее поприветствовать их. И будет достаточно тяжело играть здесь, в этом стадионе. Команда «Флотик». Если честно, я боюсь себе представить, что будет происходить сейчас. Я хочу просто это слышать, чувствовать вместе с вами и видеть. Команда, известней которой на просторах СНГ просто нет. Давайте болеть!
Давайте сделаем из этой битвы настоящее спортивное шоу, потому что вы все этого достойны. Продолжаем дальше. Еще несколько слов из студии аналитики, и все начнется. Минск Арена, будущее! Свои мышки, подключение с инсультом никто не поменял, пока игроки уходили. Я думаю, все это сделают, проверят настройки компьютера, и мы быстренько перейдем к первой карте.